Одессы страшная потеря. В ночь на 2 мая ушел из жизни человек, имя которого неразрывно было связано с нашим городом. Человек, который составлял его гордость и музыкальную славу. Не стало известного пианиста, потрясающего джаз-музыканта Юрия Кузнецова. После изнуряющей мучительной болезни умер потрясающий одесский музыкант и джазмен Юрий Кузнецов. Юрий Кузнецов, наш Юрочка. Любимый, дорогой и единственный. Не хочется в это верить, невозможно. Потому что невозможно представить, что больше никогда не коснутся клавиш эти сильные пальцы. Я каждый раз пытаюсь размять руки, я каждый раз играю совершенно другое, и то, чего я не играл раньше. И пальцы сейчас удивительно, казалось бы, не должны вообще особенно так играть, учитывая и перерыв, и, так сказать, те вещества, которые во мне сейчас работают. Ну вот они каким-то образом сами живут, сами по себе. И я сажусь и просто наблюдаю, что они вытворяют. Как говорил сам Юрий Кузнецов на одном из своих последних публичных выступлений перед концертом в оперном, который уже сейчас называют «Лебединой песней мастера и его пальцы», уже тогда плохо слушавшиеся пианисты, едва дотронувшись до клавиш, оживали, летали, извлекали из инструмента совершенно необыкновенные звуки. Это плакала и смеялась Юрина душа, заставляя плакать и смеяться самих зрителей, их сердца. В такие мгновения нужно быть наедине с собой, со своей совестью, со своим Богом, со своими болями, со своими радостями, с теми людьми, кто ушел, кому ты благодарен в этой жизни. И те, кто есть, и кто придет в зал, которые меня держат на этой земле. И вот теперь перестало биться его сердце. Он долго боролся со своей болезнью, он долго оставался сильнее ее. Потому что таким был Юра, настоящим борцом, человеком, умевшим всегда свою гражданскую позицию, человеком, умеющим откликаться на чужую боль. Хотя нет, для него боль никогда не была чужой. Он всегда, всегда пытался помочь так, как он помогал Сергею Терентьеву, так, как он помогал, тоже ушедшей, к сожалению, Татьяне Боевой, многим, многим. Он не жалел себя, никогда. Он рвал себя, потому что всегда рвался вперед, рвался вверх, туда, куда уносила зрители и слушатели его музыка, туда, где теперь и сам Юра, наш любимый Юрочка Кузнецов.